терроризму нет. Научно-практическая конференция прошла в Каспийске. Выступили федеральные и республиканские спикеры, которые поделились своим опытом противодействия информационному давлению деструктивных сил. Они рассказали о методах и инструментах работы в этом направлении. Детали расскажет Карим Гамаев. Ну что ж, вторая часть конференции выдалась не менее интереснее первой. Особое внимание слушающих привлекло выступление наших коллег-корреспондентов Первого канала Гусейна Гусейнова и Фарида Муслимова. Главный тезис, ребят, это говорить правду и только правду, и желательно побольше. Только так можно переломить ход информационной войны. Все эти постановочные ролики, все это постановочное видео, которое они каждый день выкладывают о том, как они выбивают наших из окопов, как они там просто кошмарят наших бойцов, это все постанова, по большей части. Потому что мы вот с моим коллегой варимся в этом всем 10 месяцев, и, ну, наверное, мы как-то вот какой-то опыт уже наработали и можем отличить вот эту картинку, что есть постанова, что есть просто подойти и пострелять в окоп, который взяли уже 3-4 месяца назад, и реальные боевые действия. И в завершении мероприятия слово было предоставлено спикеру в лице директора телекомпании РГВК «Дагестан» Камиле Гамзатовой, которая презентовала новый формат в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Содержание этих мультипликационных роликов направлено на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти о героях России, наших современников. Это Гаджимагомед Нурмагомедов, Халид Марачуев, Исай Мутаев. Мы стараемся использовать методы, которые себя уже зарекомендовали. Век клипового мышления большинства мы стараемся довольно просто и понятно донести важную информацию для максимально большой аудитории.